Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Сегодняшнее видео такое, ну, можно сказать, тревожное, предупреждающее. Ну, в принципе, уже как бы все, наверное, новости смотрят, но тут я хотела чисто, как сказать, с места событий, что ли, показать видео. Как бы все знаете, что перекрыто движение на некоторых трассах, полностью вообще стоят мертво. Мы как бы успели, можно сказать, проехать вот эту вот, ну, как основную перекрытую перед тем, как трассу перекрыли. Но все равно сейчас вот уже, можно сказать, почти все области перекрыли. Подъезды к городам, и везде вот многокилометровые пробки, движение затруднено, где-то там как бы пускают, там где-то там, может быть, проверяют документы в каком-то месте выборочно. Но как бы призываю в этом видео оставаться дома, как бы до лучших времен, когда вся эта ситуация чрезвычайная закончится. А пока всем здоровья, подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео и до встречи. Пока-пока.